Итак, всем снова здравствуйте, с вами снова Ультра, и сегодня я расскажу вам об интересном аддоне Forestry под названием Гендастрик. Итак, что он нам дает? Он позволяет нам проводить продвинутую генетическую селекцию пчел. Ну, сами понимаете, прикольно, когда можно получить пчелу именно с теми свойствами, которые тебе нужны. Можно заставить адских пчел работать где-то наверху, пчел края в аду, ну, и так далее, и тому подобное дерьмо. Ну и просто мод сильно облегчает жизнь в плане селекции. Итак, что же нам потребуется? А потребуется нам вот эта вот вся механика, когда синий панель не обращать, они вообще из другого мода. Производитель мутагена. Он будет у нас производить мутаген из различных предметов. Жидкость, то есть светокамень, редстоун, светопыль, уран. Ну и собственно все. Мутатрон. Сюда мы кладем две пчелы, как в обычном пасеке, и получаем уже мутировавшую. Резко. Импринтер. Кладем пчелу. Кладем шаблончик. И получаем пчелу с перезаписанными шаблоном генами. Шаблоны многоразовые. Кладем кучку пчел, которые нам не нужны. Кладем образец. Ну, лабораторная посуда, она почти везде. И получаем рандомный ген из этой пчелы. Пускаем рыбу и мясо на протеин, который нам понадобится для воссоздания пчел. Экстрактор ДНК. Тупо экстрагируем из пчелок ДНК. Полезно, когда у вас дохрена трутни, и вы не знаете, куда их деть. Репликатор. Из протеина ДНК по заданному шаблону синтезирует пчелу, дерево либо бабочку. Ну и транспозер. Копируют образцы пустых генов, либо генетические шаблоны. В принципе, все. Сейчас проведем последнее приготовление. То бишь, пробросим трубки. И я продемонстрирую, как все это работает. Так, нам понадобятся жидкостные трубы. Ну, естественно, билдкрафтовские, других у нас тупо нет. Так, и, наверное, пульсирующий гейт. По привычке. Чисто любого трудни кинем. И посуды туда. Сейчас посмотрю, стоит ли прокидывать трубу сюда. Да, за каждую трудню мы получаем 100 миллибукетов ДНК. И теперь тогда прокинем трубу. Отсюда, сюда. Ой, блин, кажется, я гейт не туда сунул. Так. ДНК пока крафится, теперь мы берем мясо, ну или рыбу. И пускаем на протеин, ладно. Далее. Берем пачку блоков редстоуна и пускаем их на мутаген. Единственное, что надо ставить блоки так, чтобы они могли передавать жидкость друг друга. То есть, мутагены-производители рядом с мутатроном, протеиновыжиматель экстрактора ДНК с репликатором. Вот, пошло, 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 пошло. Так, что теперь делаем? Теперь нам попробовать совершить мутацию. Так, давайте-ка, наверное, не будем возвращаться. Возьмем луговую принцессу. И какого-нибудь тоже дешевенького трутня. Возможные варианты. То есть у нас сразу же получается королева.
замечу. Вот этой дряни нам понадобится много. Вот видите? Но геном неизвестен, замечу. Так, тоже сюда. Это сюда. Генетическая посуда крафтится вот так. 4 стеклянных панели, а алмаз дает нам 16 штук. В принципе, недорого. Образец пустого гена делается вот так. 4 оловянных слитка, кусок редстоуна. Можно выдавить в соковыжималке ДНК, если ген не нужен. Ну или пережечь. Так, и генетические шаблоны. То же самое, только вот здесь алмаз и редстоун. Еще не забудьте. Ну, в принципе, с крафтами все. Механизм крафтится тоже не особо сложно. Но и на их крафте я отдельно останавливаться не буду. Так. Мутацию мы совершили. Теперь к промышленной пасеке. Поставим немножко цветочков. Вот, можно поставить 4 карты улучшений. Какие есть? Эмуляция равнин. Мы заменяем биом на равнины, но при этом растет потребление энергии. Свет. То есть пчелы работают ночью. Цветение. Все это происходит быстрее, цветение опыления. Эмуляция зимы, сушка. Понижает на 1 требования пчелы, скажем так. Автоматизация, то есть не надо будет ничего выгружать ручками. Эмуляция ада. Увлажнение. Пустыня, охлаждение, продолжительность жизни. Уплотнение. Защита от дождя. Генетическая стабилизация. Потребление энергии растет в 2 раза, но при этом у нас нет генетических распадов. Все шикарно. Эмуляция джунглей, территория. Эмуляция океана, открытое небо. То есть, если пчела может работать только на открытом воздухе, установка данного улучшения позволит нам работать и в помещении тоже. Нагреватель, сито. То есть, у нас будет собираться еще и пыльца. Ну и производство увеличивает продуктивность. Также промышленный садовый нож и промышленный сачок, который можно заряжать и которые не ломаются, наконец. Это все необходимо для крафтов. Это уже другой мод. Итак, с промышленной пасекой вроде разобрались. Теперь давайте по другим функциям. Импринтер. Нам пока не нужен пробоотборник. Возьмем случайного трутня и кладем вот сюда образец пустого гена. Некоторое время ждем. И получаем образец гена. То есть сейчас нам выпала температура вниз 2. Так, протеиновый разжижитель. Экстрактор ДНК все еще работает, репликатор. И генетический транспозер. Кладем сюда образец гена, кладем сюда образец пустого гена. Пустой образец гена, было бы точнее, но не будем придираться к словам. Вот, получаем 2 одинаковых гена. Этот я, наверное, выкину тогда нах. Так, теперь что мы делаем? Генетический импринтер. Нам вообще надо записать.
наш облом. Наши гены. Но делать мы это будем с помощью верстака, как то ни странно. Вот, хромосома 1 из 13. Нахрена разрушил верстак, не знаю. Так. Вид пчелы. Можно записывать несколько за раз, не критично. То есть вид пчелы. Срок жизни. Цветы. Сейчас соберем какого-нибудь Франкенштейна. Влажность. Так, вот как раз таки пчелиные все гены. Скорость мы забыли. Так, игнорируют день-ночь. Живет в пещерах. Так, еще 5 хромосомок. Так, цветение, территория, эффект. И еще 2 хромосомы нам осталось. Сейчас аккуратненько прошарим. Территория у нас есть. Вот летун нашелся. Влажность у нас есть. И плодовитость. То есть сколько труднее эта штука будет производить. Вот, все, наш Франкенштейн готов. Теперь по-шустрому суем его в генетический импринтер. Твой репликатор, прошу прощения. И ждем, собственно, пока оно отпечатается. То есть то же самое мы можем проводить с деревьями и с бабочками. Так, получили нужную нам королеву. Единственное, что низкая порода. То есть через некоторое время королева таки сдохнет, поэтому надо иметь постоянный доступ к репликации, чтобы постоянно пополнять запас королев на случай, если те таки решат сдохнуть. Такая вот, в принципе, конструкция, здорово облегчающая жизнь. Деревья и бабочки делаются по аналогии, посему я на них останавливаться подробно не буду. Я надеюсь, что вам понравилось. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте, делитесь новыми идеями. Ну а пока.